выиграли 2-0, надо радоваться выигрышу. Я хотел поздравить болельщиков, команду, всех с победой. Получилась хорошая игра. В первом тайме, слава богу, что у нас получилось забить 2 гола. Во втором тайме где-то усталость взяла свое, было тяжеловато, но слава богу, что довели до, то есть, хорошего конца игру. Я думаю, что просто это была первая игра такая среди недели, поэтому так усталость берет свое, но сейчас мы, то есть, войдем, вкатимся в этот ритм, и я думаю, будет уже совсем другое дело. Конечно, доволен был забить голы. Ну, больше, конечно, рад, что вообще, главное, что команда выиграла, и рад, что с помощью моих голов. Металлург Донец, мне эта команда всегда нравилась, всегда играют хороший, быстрый футбол, но что-то у них на данный момент не получается, что они не могут выиграть и набрать очки. Ну, скажем так, первый тайм сыграли хорошо, второй где-то чуть-чуть, может быть, подсели, достаточно, скажем так, для победы.